Ну, я должен сказать, что, во-первых, я благодарен организаторам за приглашение, и, во-вторых, конечно, уже по названию доклада ясно, что я не случайно выступаю с таким, в общем-то, это не доклад, а такое краткое сообщение, именно на мероприятии, организованном Федором Борисовичем и Анной Феликсовной, поскольку само название, так сказать, доклада отсылает всех, кто знаком с работами последней монографии, значит, уважаемых авторов «Траектории традиции» из дискуссии о смерти митрополита Константина, о которой там речь идет, и в связи с этим темой, связанной с расправой с князем Игорем Ольговичем в Киеве в 1147 году, вот эти обстоятельства, конечно, не случайны. Вот. Но в данном случае я, конечно, буду уделять внимание не столько и вообще совсем не митрополиту Константину и не смерти в Чернигове, а смерти в Киеве. Вот. Значит, откуда, собственно, и происходит вот это словосочетание «емша влачаху», что вынесено в название моего сообщения. Значит, расправа киевлян 19 сентября 1147 года с постриженным в монахи бывшим киевским князем Игорем Ольговичем Черниговским послужило поводом к созданию одной из самых выразительных и впечатляющих древнерусских летописных повестей, сохранившихся в двух вариантах основных – в Ипатьевской и Лаврентьевской летописях и родственных им. Кульминационным элементом повествования, как известно, является убийство князя инока и поругание его тела. Соответствующее описание в целом схоже в Ипатьевской и Лаврентьевской летописях, но имеет определенные довольно существенные отличия. Вот здесь обратите внимание на, ну, это известный текст, но, тем не менее, для наглядности я его привожу полностью по лаврентьевской и ипатьевской вариантам, лаврентьевскому и ипатьевскому вариантам. Вот это тот хендаут, где, значит, таблица. Да, соответствующее описание, как я уже сказал, в целом схоже в Ипатьевской и Лаврентьевской летописях, но имеет определенные довольно существенные отличия, поэтому, значит, вот я эти оба варианта привожу. Соотношение этих текстов и летописных статей, частью которых они являются, в целом, как мне представляется, выяснено Приселковым и Насоновым. В Лаврентьевской летописи представлено извлечение из киевского летописного свода, а в Ипатьевской более поздняя его редакция киевского летописного свода с дополнениями из другого источника, отсутствующими в Лаврентьевской. Этот второй источник в соответствии с его тенденцией и некоторыми другими характерными чертами связывается этими исследователями с Черниговым. Значит, есть, правда, критика определенной этой точки зрения, но в целом, как мне кажется, значит, представления и аргументы, значит, Приселкова, потом развитые Насоновым, они, значит, сохраняют свою действенность. Значит, действительно, соединение в варианте Ипатьевской летописи двух источников, несомненно, явствует из дублировок и противоречий. Дважды появляется Владимир Мстиславич, вот можно на это обратить внимание, чтобы спасти Игоря. Дважды Игорь прячется во дворе, который назван в одном случае двором матери Владимира, в другом Мстиславлем. По мнению Приселкова, с которым можно согласиться, хотя, конечно, отнесение тех или иных фрагментов летописи к сводам конкретных князей гипотетично. Я цитирую, в этом тексте Ипатьевской сплетены два источника, повествовавшие по-разному об этом событии. Подробный, но деловой рассказ, восходящий к основному киевскому летописанию того времени князя Изяслава Мстиславича, и многоречивый условно-литературный рассказ, восходящий к черниговскому княжескому летописанию. Повторяю, значит, здесь можно, конечно, спорить, какому именно летописнику именно князь это восходит и так далее, но сам факт вот наличия двух источников, он, на мой взгляд, действительно несомненен. В Лаврентьевской летописи отразился только первый источник, следов второго нет. По-видимому, именно в Черниговском источнике утверждалось, что киевляне подвергли поруганию еще живого Игоря, а убили уже на княжьем дворе. В соответствии с этой версией перестроил повествование редактор киевского свода в составе Ипатьевской. Можно согласиться с Насоновым в том, что в ходе этого редактирования исчезли, вероятно, некоторые конкретные детали, читающиеся в Лаврентьевской. Ну, там, например, синей, там, значит, кожуховых, лестница, где
был убит окончательно Игорь и так далее, некоторые другие. Какая из двух версий расправы с Игорем, черниговская или ранняя киевская, условно говоря, более точна, сказать сложно. Расхождение может быть связано не только с таким чисто соотношением текстов или стилистическими предпочтениями, но и с тем, например, что разные очевидцы могли видеть и помнить разные, с множеством других обстоятельств. Впрочем, в последнее время все больше внимания ученых привлекают чисто литературные аспекты повести об убийстве Игоря. Особенно в связи с дискуссионным вопросом о возможной ее связи с летописными рассказами о смерти в Чернигове киевского митрополита Константина в 1159 году. И там мотив поругания тела играет существенную роль. Значит, высказывается предположение о литературной основе обоих повествований. Значит, Алексей Петрович Толочко считает таковой апокалипсис, фрагмент о двух свидетелях Господних. Петр Петрович Толочко – житие херсонских святых, именно мученичество епископа Василия, вот, где действительно читается фраза о том, что, значит, вот, «емши в лачаху», собственно говоря. Там немножко по-другому, но действительно фраза близкая, похожая. Татьяна Леонидовна Вилкул усматривает в повести об убийстве Игоря в составе Ипатьевской ряд заимствований из Александрии хронографической, среди которых, например, такая существенная деталь, противоречащая Лаврентьевской, как то, что в начале поругания князь был еще жив. Значит, литературные заимствования в повести об убийстве Игоря Ольговича и связь ее с рассказами о смерти митрополита Константина – отдельная, чрезвычайно любопытная проблема, требующая тщательного изучения. В частности, весьма непроста проблема источников. Ни в одной из работ, возникших в ходе последней дискуссии, вот о которой я уже упоминал, она специально не рассматривается. Между тем, тезис о текстологической взаимосвязи двух повестей должен быть доказан или опровергнут. Рассказ о смерти митрополита Константина отсутствует в Ипатьевской и родственных, зато читается в кратком варианте в Лаврентьевской, в пространном, в московском летописном своде. Повесть об убийстве Игоря, как уже говорилось, читается в разных версиях в Ипатьевской и Лаврентьевской. В московском летописном своде она есть, но почти тождественная версия Ипатьевской. При этом в повести об убийстве Игоря в Лаврентьевской отсутствует прямое текстуальное совпадение с рассказом о смерти Константина, имеющееся в Ипатьевской. Если считать, что эти тексты восходят к творчеству одного и того же черниговского книжника, с этим согласен Петр Петрович Толочко, Алексей Петрович Толочко, Анна Феликсовна Литвина и Федор Борисович Успенский не высказываются на сей счет, надо исходить из того, что их первоначальные варианты впервые появились в той переработке киевского свода, в которой использован черниговский источник. Значит, следовательно, рассказ Лаврентьевской о смерти митрополита Константина не может быть плодом творчества черниговских книжников. Петр Петрович Толочко предполагает, правда, что основой для сжатого пересказа в Лаврентьевской, как он называет, считает это сжатым пересказом, стала более пространная версия жития Константина, как он тоже дает такое, значит, обозначение, читающаяся в московском летописном своде. То есть, значит, с его точки зрения, значит, первичен текст в московском летописном своде, а его краткое сжатый пересказ содержится в Лаврентьевской. Но такое объяснение невозможно с текстологической точки зрения. Значит, подробный рассказ о смерти митрополита Константина в московском летописном своде, хотя и относится, как установил Насонов, к очищенному тексту его южнорусского источника, не мог быть использован Лаврентьевской, поскольку в южнорусском источнике московского летописного свода, как и в Ипатьевской, есть те более поздние, ну, черниговские, условно говоря, дополнения, которые отсутствуют в Лаврентьевской. Вероятнее всего, краткая запись Лаврентьевской представляет собой отражение киевского свода в его более раннем состоянии. И ничего странного в том, что киевский летописец смог написать о кончине бывшего киевского митрополита в Чернигове, нет. Тем более, что в течение значительной части XII столетия в Киеве княжили черниговские Ольговичи. Ну, вспомним Святослава Всеволодовича, в частности. Значит, да, что касается московского летописного свода, точнее его южнорусского источника, родственного киевскому своду Ипатьевской, но дающего в ряде случаев лучшее чтение, то там исходный киевский текст, все это должно быть предметом специального исследования, которое совершенно необходимо для полного изучения рассказов, кстати говоря, о смерти митрополита Константина также. Да, я же, как писали древнерусские летописцы, возвращусь на преднее. Значит, запутанные источниковедческие и литературные проблемы, связанные с нарративным характером летописных повествований об убийстве Игоря Ольговича, таковы, что естественным образом встает вопрос о достоверности их рассказов о поругании тела князя.
Хотя, как я уже говорил, рассуждения об их литературном характере не выглядят такими уж абсолютно, об их чисто литературном характере не выглядят такими уж абсолютно убедительными и по собственным текстологическим соображениям. Ну, напоминаю, что поругание тела упомянуто уже в общем, самом раннем киевском источнике Ипатьевской, общем источнике Ипатьевской Лаврентьевской, где оно, очевидно, кстати говоря, не имело текстуальных совпадений с житиями херсонских святых. Критически важен поиск аналогий. Аналогии этому событию для верификации, так сказать. Причем желательно не в нарративах, а в источниках другого характера, которые могут быть более достоверными. И вот определенная аналогия расправе с Игорем Ольговичем отыскивается. Причем, что самое интересное, как раз не в нарративе, а в документальном источнике, в послании немецких купцов из Новгорода в Ревель 28 мая 1409 года. Второй раздаточный материал. Можно, значит, посмотреть. Да, это послание довольно хорошо известно, надо сказать. Опубликовано оно не менее 3 раз в разных сборниках ганзейских и ливонских документов, значит, Бунге, на Пьерском, в Ханзеше Суркунденбух. Вот. И упоминался этот документ в ряде исследований, но касающихся торговли и отношений торговых, коммерческих отношений Новгорода и Ганзы. Гёц, по-моему, упоминал, Никитский, но в целом, значит, он не привлекался для исследований, собственно, внутренновгородских отношений. В послании перечисляются, это, собственно говоря, длинный список документов, чрезвычайно интересный, надо сказать. Он представляет собой жалобу такую, пространную жалобу новгородских купцов о том, как их обижали в течение последних 2 лет в Новгороде. Значит, и перечень жалоб содержится. Того-то побили, того-то ограбили и так далее. Значит, как всегда, такие документы бывают чрезвычайно интересными, поскольку они содержат такое вот живое описание событий. Значит, и среди прочего, вот, собственно, под первым пунктом идет следующая обида. Значит, я цитирую, это зимой, в четверг перед Сретенем, это было, значит, 31 января 1409 года, когда должность старост занимали Херман Лихте и Херман Вестфельд, тогда в Новгород прибыли купцы Херман Бутеншона, именно вот этот первый нас будет интересовать, Хинрик Плегер, Геферт Годеке, Ханс Хольдхузен. Тогда Херман Бутеншона был побит русскими, там в источнике написано, значит, в оригинале, значит, «До варт Херман Бутеншоне геслаген фан руссен уддер людерессен страте». Значит, ну, что такое «людерессен страте»? Я точно, сказать, тут абсолютно однозначно сказать нельзя, скорее всего, «людогощая улица», но какая тут семантика, значит, и какой, как «людерессен», точнее, «людогощая улица» превратилась в «людерессен страте», это вот вопрос для филологов, для лингвистов. Значит, ну ничего ближе к Людогощей улице не находится, тем более, что она, так сказать, географически это было возможно. Ну так вот, значит, он был побит русскими с этой самой Людогощей или Людовессен улицы. Они, то есть русские, взяли у него коня и сани и повезли его в поле, как мертвого, и тащили его голым. И Херман жаловался, что они взяли у него, ну, так как он жаловался, то его все-таки не убили, значит, в конце концов. Значит, и Херман жаловался, что они взяли у него 70 гривен полновесного серебра, 5 золотых монет и 150 гельдернских гульденов. Тут, опять же, я не совсем уверен, значит, что такое геллерши гульден, то, значит, там разное это может значить, но, условно говоря, значит, 150 каких-то монет у него взяли. Значит, а также бобровые и лисью шкуры, которые у него были. Вот такая история произошла, неприятная. Значит, между двумя описаниями расправ, отделенными друг от друга во времени и пространстве, во времени и пространстве, сохранившимися в источниках абсолютно разного характера, прослеживается примечательное совпадение. В обоих случаях действует не разбойничья банда. Это понятно из контекста, значит, немецкого документа, что речь идет не о каких-то бандитах, потому что они, значит, потом идут к Тысяцкому. Тысяцкие претензии эти не рассматривают. Значит, эти уличане, значит, обвинили
предъявили, так сказать, с контекста это ясно, обвинили немца там в каких-то, в свою очередь, нарушениях, его покарали таким образом. Значит, Тысяцкий отказался рассматривать, значит, жалобу. Собственно говоря, вот этот вот немецкий документ, он возник в связи с тем, что немецкая колония, немецкие купцы в, значит, Новгороде пишут в Ревель, значит, в свою, так сказать, метрополию, условно говоря, и жалуются на то, что, значит, вот они, значит, как, так сказать, условно говоря, в европейский суд, да, значит, они шли по всем инстанциям в Новгороде и все им отказали, значит, сказали, что мы это дело рассматривать не будем. В том числе Тысяцкий, который, прежде всего, который непосредственно занимался торговыми делами, судом по торговым делам в Новгороде. И он, значит, это их отправил куда подальше. Значит, так вот, между двумя описаниями расправ, отделенными друг от друга во времени и пространстве, сохранившимися в источниках абсолютно разного характера, как я уже сказал, прослеживаются примечательные совпадения. В обоих случаях действует не просто какая-то банда, а организованный коллектив, соответственно, людогощенских уличан и киевлян. Жертв бьют и грабят, причем лишаются они ценных предметов, имеющих отношение к их статусу. Их волокут на место, которое находится вне, собственно, града, в Новгороде на поле, в Киеве на Подол. Я напоминаю, что 1147 год, Подол – это не часть, собственно, Киевского града. В Ипатьевской указано, что князь был раздет до нога, даже такие детали. Хермана также тащили голым, причем, вероятно, надо усматривать сугубое унижение. Отличаются последствия расправы, конечно, Игорь Ольгович был убит, а немецкий купец нет. Но и о нем сказано, и отмечают, что с ним поступили как с мертвым. То есть его тащили как труп. Вот это принципиальный момент. В этом отношении издевательство над Херманом Бутеншона напоминает то, как описано поругание Игоря в Ипатьевской летописи. Его, кстати, тоже убили не сразу. Сначала волокли точно так же живым. А добили уже через определенное время, судя по Ипатьевской летописи. Там также надругательство, собственно, акт надругательства совершается над еще живым князем, как написано в летописи, еще живу сущую ему, с которым также обращаются как с трупом. Татьяна Леонидовна Вилкул считает эту деталь заимствованием из Александрии, ссылаясь на упоминание, на фразу из Александрии хронографической о Дарии, значит, о смерти персидского царя Дария, которая звучит так. «Дарий истше дух при да Александрове в Руце». Но, на мой взгляд, это сомнительное отождествление. В соответствующем фрагменте Ипатьевской исследовательница считает заимствованными из Александрии четыре слова «живу, царскому, телу и мстите». Причем ни одно из них не имеет в предполагаемом источнике точных соответствий. В действительности же фраза о боге-мстителе, она имеет источник, несомненно, это источник Библии, собственно говоря, как и некоторые другие фразы из ипатьевских дополнительных чтений, на что уже обращали внимание исследователи, в частности, Подскальский. Самый яркий пример – это, конечно, вложенное летописцем в уста умирающего Игоря восклицание «Владык, в руце твое предаю тебе дух мой», фраза из знаменитые слова из 30-го псалма, которые Христос повторил на кресте. Значит, так или иначе, наличие или отсутствие литературных влияний не отменяет того, что в повести об Игоре Ольговиче речь идет о событиях, которые, как выясняется, вполне могли иметь дело в действительности. Причем это касается как ситуации в целом, так и даже отдельных деталей. Ритуальное коллективное поругание поверженного врага, еще живого или уже умерщвленного, было очевидно в порядке вещей в русских средневековых городах. Это, кстати говоря, не что-то удивительное. Такие параллели есть, значит, вот таких вот коллективных, значит, поруганий тела. Значит, есть специальные работы, я не буду вдаваться в это, но эта вещь такая довольно известная. Обнаружение новгородской параллели 15 века расправе с Игорем Ольговичем имеет, как мне представляется, определенное методологическое значение. На конкретном примере выясняется, что ориентация составителя или редактора средневекового нарратива на литературную модель может никак не противоречить его стремлению описывать реально имевшие место события. Даже текстуальная связь тех или иных деталей повествования с литературным образцом не может сама по себе свидетельствовать о том, что соответствующие факты не имели места в действительности. Их верификация должна, как представляется, идти по двум направлениям. Безусловно, необходим анализ нарратива с точки зрения содержащихся там литературных заимствований или влияний, но должен обязательно рассматриваться и вопрос об отражении содержащихся в
в нем сведений в других повествовательных текстах или особенно источниках иного характера и происхождения, прежде всего, конечно, документальных. В этом смысле, то есть как бы здесь одновременно нужно, нужно придерживаться, как мне представляется, и презумпция, как это называется, презумпция и виновности, и невиновности, как бы одновременно, значит, источника. В этом смысле исследования ганзейских источников по истории Новгорода являются весьма перспективными, как показывают это и некоторые другие наблюдения, поскольку они дают нам возможность, к сожалению, у нас нет новгородского архива, но не новгородский архив, пусть и не очень значительный, имеется. И здесь есть возможность сопоставления, значит, русских нарративных источников и нерусских документальных. Спасибо за внимание. Спасибо, Павел Владимирович. Пожалуйста, вопросы. Пожалуйста. Правильно ли я считаю, что, правильно я понял, что вы считаете сочетание в ганзейском источнике тащили как мертвого, указанием на то, что вот в это время существовал в Новгороде такой обычай так расправляться с мертвыми противниками? Спасибо за вопрос. Да, я повторяю его. Значит, Алексей Алексеевич Гиппиус спросил, значит, правда ли, что я считаю, что раз в ганзейском источнике сказано, что немца, немецкого купца тащили как мертвого, в Новгороде существовал такое обычай, значит, вот расправляться с людьми, как с правильно, как с мертвыми. Обычай поругания мертвого тела. Нет, значит, конечно, я так не считаю, но я считаю, и это видно не только из этого примера, я считаю, что в Новгороде и в других древнерусских городах существовал обычай коллективной расправы с лицом виновным, значит, или нарушившим интересы, или совершившим преступление в отношении того или иного коллектива, будь то уличанский коллектив или в целом, или кончанский коллектив, вспомним, значит, Шильца, значит, из Берестяной грамоты. Неизвестно, что с ним сделали, да, значит, но что его обвинили за нарушение именно, значит, нарушение, так сказать, он посрамил, значит, не что-нибудь, а именно конец. Значит, и масса таких примеров, в том числе связанных с убийствами, расправами аналогичными, существует, зафиксировано в летописях применительно к общеновгородскому коллективу. Значит, что касается конкретного поругания, значит, то, конечно, я не считаю, что всех, кто, значит, умирал, с ними вот так вот поступали. Но да, я считаю, что такое, значит, то есть дело тут не в мертвом теле, а в том, что с человеком, вот, не нравившимся этому коллективу, могли поступать, да, как поступать с ним, как с трупом, то есть вот подвергать его поруганию. Как будто он был бесчувственное тело. Да, 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 конечно, конечно. Да, да, естественно. Конечно, конечно. Да, конечно. То же самое, что было, собственно, с Игорем Ольговичем, когда он был жив. Тогда это немного оставит под сомнение правомерность проведения связи между этим фрагментом и ситуацией с Игорем, где, как вы сами считаете, первоначально является рассказ, когда его, он уже мертвый, претерпевает эту процедуру. Значит, я опять же дублирую вопрос. Значит, Алексей Алексеевич считает, что здесь есть противоречие с тем, что, значит, вот с тем, что я считаю относительно ганзейского источника, относительно поругания Хермана Буденшона, и относительно того, что я считаю, что лаврентьевская версия была более ранней, где говорится о том, что его сразу убили Игоря. Значит, но проблема заключается в том, что я так не считаю. Значит, я говорил о соотношении текстов, а не о том, какой из них отражает в большей степени реальность. Дело в том, что, значит, я говорил о том, что ранняя киевская версия отражена в лаврентьевской летописи, может быть, с определенными сокращениями. Но из этого вовсе не следует, что тот человек, который писал эту версию, точнее отражал реальность, чем
значит, черниговский летописец, который, значит, источник которого, творчество которого отразилось в Ипатьевской летописи. Вполне возможно, и, что, значит, определенные детали были лучше известны, значит, вот черниговскому летописцу, и, значит, эти детали вполне реальные могли отразиться в Ипатьевской версии. Никакого противоречия здесь нет. То есть здесь не надо путать соотношение текстов и отражение в них реальности, потому что, значит, текст Ипатьевской летописи, он тоже вполне древний, так сказать. Там, несомненно, мы вполне могли отразиться реальные детали. И мы это видим на примере, собственно говоря, сравнения Ипатьевской и Лаврентьевской версии по другим, на других примерах. Значит, здесь противоречия, как мне представляется, нет. Ну, вот у меня по прошлой части продолжает вопрос или недоумение Алексея Алексеевича. Значит, ну, текст мы, допустим, оставим, но вот Павел Владимирович предлагает для того, чтобы оценивать отношения текстов, подумать о том, какая реальность стояла за ними, что, собственно, эти тексты описывали. Тогда стоит действительно вопрос, о каком конкретно обычае, обряде, там, судебном, правовом, каком-то... О чем идет речь? Что, собственно, в чем смысл был? Кого брали и зачем его волокли? Кого? Живого еще? Или надо было, или имелось в виду, что надо волочить и, значит, ругаться над уже мертвым телом? Что ритуального, да, в убийстве Игоря Ольговича? Что, а почему это не просто озверелая толпа, которая вот пытается растерзать его? Значит, вопрос понятный. Значит, что касается ритуала, то здесь, ну, я об этом, в общем, писал применительно к убийству Игоря Ольговича уже, но я вкратце об этом скажу. Значит, безусловно, это не просто какая-то толпа зверелая, значит, решение о его убийстве принимается на вече, они с вечи идут его убивать, это все, это в этом принимают участие. Это не, отнюдь не просто какое-то, значит, какое-то, какие-то непонятные люди, значит, нищие там и бандиты, значит, это среди этих людей присутствуют лучшие мужи Киева, значит, это известная история, связанная с политическим противостоянием в Киеве. И, повторяю, самое главное, что решение принимается на Киевском вече. Значит, поэтому, значит, здесь, применительно к Новгороду, здесь такой микровариант этого. Опять же, обращаю ваше внимание на то обстоятельство, о котором я уже сказал. Значит, это действуют уличане. Значит, Тысяцкий их фактически покрывает и де-факто признает, так сказать, легитимную их расправу. Что касается, здесь совпадение, ну, только макроуровень, микроуровень, совпадение фактически полное. Что касается того, живого там или с живым или неживым расправлялись, здесь тоже совпадение полное. Потому что сама по себе расправа, само по себе надругательство над Игорем и над Херманом Бутеншоном, над обоими было над живыми. Над живыми. Значит, Игоря Ольговича добили уже апостериори, так сказать, когда его утащили, уже бросили на, значит, торговище. Сам акт поругания совершился в обоих случаях над живыми, так сказать, телами. А что касается, что это был за ритуал, ну, значит, ритуал поругания – это вещь такая достаточно интересная. Я пока этим специально подробно не занимался. Я вот в данном случае могу сослаться на те параллели, которые приводятся в работе и Алексея Петровича Толочка, он много таких параллелей, значит, приводит, и вот у Федора Борисовича Успенского это есть. Вот. А что касается правового аспекта этого мероприятия, то я считаю, что это определенный вариант хорошо известного древнерусского наказания, значит, потока разграбления, которое подразумевало в своем крайнем варианте и убийство, коллективную расправу с, значит, жертвой. Классический пример этого есть в новгородской летописи, когда, значит, на вече посадник заявляет одному из персонажей, вот, говори, значит, которого впоследствии они убивают вместе, значит, коллективно новгородцы, ты еси мой дом хотел зажечь.
Значит, там на самом деле, конечно, это очередное политическое такое противостояние, в Новгороде борьба за власть, но обвиняют его, значит, его подводят под статью, значит, «Русская правда», в соответствии с которой, как известно, за поджог дома полагается и не что-нибудь, а именно поток и разграбление. То есть коллективная расправа. Коллективная расправа, скажем так, убийство или расправа озверевшей толпой может быть частью институционального... Несомненно. Несомненно. Может быть и была. Противоречие с тем, что сказал Федор Борисович, здесь нет. Нет, конечно. А я и не полемизировал с Федором Борисовичем. А митрополит тоже имел в виду судебную процедуру потом? Нет, конечно. Значит, в этом смысле я несколько отстраняюсь от обсуждения значит, смерти митрополита Константина. Я глубоко убежден, пусть на меня никто, значит, не обижается, что здесь вообще нет никакого вопроса, в принципе, в смерти митрополита Константина. Я, безусловно, считаю, что эти вещи реального, то есть убийство, расправа с Игорем и смерть митрополита Константина, не имеют, если говорить о реальных событиях, не имеют между собой ничего общего. Это совершенно разные вещи. Можно говорить о литературной обработке, определенном моделировании, так сказать, что просто мог писать, допустим, это, скорее всего, это не восходит к одной и той же летописи, но это отдельный разговор, а литературная обработка этих рассказов – это отдельная вещь. Безусловно, я в этой дискуссии полностью поддерживаю Федора Борисовича и Анну Феликсовну, и повторю, что, с моей точки зрения, здесь никакого вопроса нет, это известнейшая вещь, известнейший топос, один из вариантов, значит, смерти, правильной смерти христианина. Значит, когда он говорит, бросьте мое тело собакам, значит, не хороните. Такие вещи встречаются, значит, и в 17 веке, и, значит, и, ну, классическая модель, известная всем специалистам по истории русской, значит, святости, это Нил Сорский, конечно. Поэтому здесь вот нет, на мой взгляд, очень хорошо, что наши коллеги об этом написали, но на самом деле предметы для дискуссии, с моей точки зрения, здесь нет просто. Да. Пожалуйста, еще вопрос. Соображение. Да, пожалуйста. Я позволю себе маскировать не то чтобы дискуссию под вопрос, но вот на чем можем ли мы согласиться на следующем положении? А склонны ли вы верить, вроде как склонны, что и убийство Игоря, и убийство... смерть митрополита Константина – это два реальных события, за каждым из которых, во-первых, есть некоторая культурная традиция, в обоих случаях разная, и, во-вторых, в описании каждого из этих эпизодов есть некий литературный образец, причем ни первое, ни второе не отменяет реальности события. Совершенно верно. Я могу только согласиться с тем, что сказала Анна Феликсовна, и, значит, признать, что то, что, значит, она сформулировала, гораздо лучше звучит, чем мой собственный вывод. А на русской параллели это еще третье, совершенно другое событие. Нет, я с этим не согласен. Нет. Новгородская правда. Конечно, это разные вещи. Конечно. Вообще, собственно говоря, поскольку мы занимаемся людьми, а не химическими элементами, то, безусловно, любое совпадение, любое сопоставление в той или иной степени будет натянутым. В определенной степени. Но я глубоко убежден, что то, что произошло с Херманом Бутеншоном в Новгороде и с Игорем Ольговичем в Киеве, это mutatis mutandis, одно и то же. Именно поток разговора. В принципе, да. Спасибо, Павел Владимирович. Мы слегка отклоняемся от регламента. Спасибо за интересные вопросы и дискуссию.